В рамках 4-й открытой международной олимпиады, прошедшей в Ашхабаде, гости посетили музей Государственного культурного центра Туркменистана. Им рассказали об археологических находках, обнаруженных в разных уголках страны, и национальных ценностях. Мне очень понравился и произвел впечатление большой ковер, который вывешен в зале. Это показывает действительно кропотливую работу людей и очень красивую. Государственный музей является одним из главных музеев Туркменистана. Его фонд очень богат и умеет уникальные образцы музейных ценностей. Археологическая коллекция музея считается самой большой и разнообразной, потому что здесь находятся единственные древние и средневековые произведения искусства, найденные на территории Туркменистана в единственном экземпляре. Мне понравилось больше всего то, какой был масштаб этого древнего цивилизации, то есть насколько большая была крепость, насколько были высокие стены. Вот, и сейчас мы приехали в исторический музей, посвященный истории Туркменистана. И здесь мы видим, например, ритоны и другие артефакты, например, вазы и украшения, которые были найдены в Старой Нисе, о которой нам рассказывали вчера. Мне впечатлило в первую очередь то, насколько высокие и насколько белые мраморные здания. То есть, например, это первый город, где я видел настолько много мраморных зданий. Вот, и за счет того, что Туркменистан – это очень солнечная страна, они выглядят грандиозно. В настоящее время количество экспонатов здесь составляет более 157 тысяч. Напомню, что 4-я открытая международная олимпиада по математике стартовала 4 марта.